Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Мы сделали двухэтажный, потому что в первом фильме «Мэн Макса» есть тоже двухэтажная машина, она только Кадиллаков сделана. Мы такое сделали такой в стиле Кадиллака. Наша версия, да? Наша версия в стиле Кадиллака. Вот, это мы новые рамы брали, как бы, как раз снаружи, да, но и внутри тоже, если пройдете, как бы... Да, внутри, ну, относительно, допустим. То есть, смотрите, у нас нет ручек там, да? Эта машина называется вертолет. Да, как, почему как? Вертолет? Вертолет? Да, почему она называется вертолет? Потому что у нас стоит сзади двигатель вертолетный. Вот мы ее построили на Байкалу уже, это в 2019 году мы ее построили. Тундра, это акула у нас называется. Из-за вот моды вот такой. То есть у каждой машины есть свое название. Это зеленый. Ежиком мы его называем. Тоже были 80. Это дырявый. Здесь вообще больше 1000 дырок было проездано для того, чтобы сделать дизайн. А это что за машина? Это сотка. Сотка, да? Колеса очень красивые колеса. Зеленые. Видите, как внутри дизайн вообще сделан Как вы видите, у нас мы не только делаем машины, как бы все участники еще костюмы, и как бы каждый год мы делаем новые костюмы. Но то есть в этом году тоже со стилем. Здравствуйте. Здравствуйте! Добро пожаловать к нам в Кыргызстан. Спасибо большое. Меня очень радует, что вы выбрали свой путь, свой туристический поход, что выбрали, что в Кыргызстане. Потрясающая страна. Понравился? Очень. Люди очень. Первый раз у нас, да? Да. То есть как бы у нас все деньги, как бы, которые тратятся, то есть мы на этом, никто на этом ничего не зарабатывает. Плюс мы у нас, как я говорил, то есть мы построили дорогу, социальная нагрузка, да, вот концерт благотворительный делаем. Мы стараемся, то есть, развивать туризм в том месте, где мы приезжаем. Да. Я надеюсь, у нас это тоже здесь получилось. Вот, и все участники гонки несут расходы пропорционально. Да. И поэтому как бы хотелось всем сказать спасибо, что вот, дорога, концерт, да, это все благодаря всем нашим участникам получилось. Мы богаты своими людьми. Да, все друзья у нас с 2018 года ездят здесь. Там по дороге 17... мне Алексей рассказывал, где побывали там. В некоторых местах я сам даже не был. Классно смотрится. Да, у нас какие-то костюмы. Каждый год новые костюмы в стиле делаются. Причем мы стараемся добавить атрибутику той страны, в которую мы приезжаем. Вот. И в этом году, видите, как бы там накидки всякие, это против солнца, против сильного солнца наверху. Вот. Это мы используем. В следующем году я с вами.